В украинской армии беспилотников анонсировали пополнение. Украина получила около полутора десятков наземных дронов «Демис». «Демис» — это маленький вездеход, способен выполнять десятки поставленных задач. Он может быть оружием, средством эвакуации, элементом логистики и даже тягачом. «Демис» — это по сути конструктор, что на него поставишь, то и поедет. Дальность контроля оператором до полутора километров, но робот имеет возможность автономно двигаться и дальше по заранее заданному маршруту. Единственное ограничение — грузоподъем 750 килограмм. Каждая гусеница имеет отдельный дизельный двигатель, и это позволяет роботу непрерывно работать до 15 часов. При этом он способен пройти практически по любому покрытию.